Бог, я тоже обращаю пожелание с вами. Анахот связан с тремя неделями между 17 Тамуз и 9 Авар. Он же держит его ради Мишмат Кольфин, Халам, Рушива, Гандабит, Бензинпо, Мириан Батоснат, Асахадам, Срупатам, Исэль, Шалом, Варзу, Баулам. Так, это три недели травмы. Говорим, что у нас есть обычай. Человек, который строит дом, красит свой дом, белит свой дом, принято, что он квадрат размером локоть на локоть, 50 на 50 сантиметров, оставляет незакрашенным в память о разрушенном Бет-Амикдаше. Тот, кто строит дом, это принято делать напротив входной двери, чтобы как только человек заходит, он помнил, что мы здесь в Галуте, что Бет-Амикдаш разрушен, у меня есть дом, но у Всевышнего еще нет дома на земле. Но человек, который купил дом или взял квартиру в рент, и весь он был покрашен, он не обязан соскребать или вырезать на стене этот квадрат. Если он сейчас красит, он оставляет. Если уже все закрашено, то тогда не обязан это все соскребать. Дальше Аллаха говорит, можно ли в это время говорить Шехиану или нет. Мы в эти три недели Шехиану не говорим ни на новую одежду, ни на новые фрукты. Но есть определенные правила, при которых человек, увидев своего друга, хорошего друга, которого он не видел уже 30 дней или больше, говорит Шехиану, то в эти три недели это Шехиану говорить можно. Также новую одежду мы в эти три недели не одеваем, но одежду, на которую не говорят Шехиану, эту одежду можно одевать новую, нижнее белье, носки и так далее. Кроме этого, с Рош Ходеш у нас включится запреты покупать новую одежду и покупать мебель и все остальное, особенно для жениха и невесты. Поэтому тот, кто хочет купить, может купить это сейчас. Кроме этого, мы на 9 Аба не надеваем кожную обувь. Поэтому, у кого нету другой обуви, матерчатой, тряпочной, можно это купить и нужно это купить сейчас. Кроме этого, Аллаха говорит, что есть исключение, когда мы да говорим Шехиан. Если фрукт, он испортится до после 9 Ава или его бы не будет, можно в это время сказать на него Шехиану, мы это Шехиану оставляем на Шаббат. Также на новую одежду человек хочет сказать Шехиану, до Рош Ходеша имеет право сказать такое благословение Шехиану на Шаббат. Дети, мальчики меньше 12, 13 лет и девочки младше 12 лет, мальчики 13, девочки 12, имеют право говорить Шехиану на новые фрукты. И женщина, которая беременная, ей захотелось новый фрукт, и нужно на него сказать Шехиану, ей это Шехиану разрешается. Амин.